Мужики, здорово всем. Два рабочих якутских ножа, БХЧа, вашему вниманию. Пока они лежат так, по отличиям расскажу. Они немножко отличаются в размерах и по рукояткам. Здесь корелка, здесь, соответственно, орех. Давайте начнем по порядку. Значит, клинки на ножах ручной ковки. Сталь H12MF. Спуск, выпуклая линза. Сведение 0.1. На клинках нанесены гравировки. На этом ноже рукоять карельская береза, пропитана маслом Даниш. Больстеры из эбонита на обоих ножах, то есть теплые, как некоторые говорят, металла на рукоятях якутских ножей быть не должно. Все может быть. Размер вот этого ножа 222 общая длина. Длина клинка 102, 23 ширина, в обухе четверка. Ну, размер вот так видно по руке, да? Небольшие такие маневренные работяжки. Раз. Второй нож. Как я и говорил, разница, видите, рукоятка орех. А так, в принципе, все то же самое. Он отличается, соответственно, в размерах. 225 длина, 104 длина клинка, 23 ширина, 4.1 обух. Вот. Ну, по размерам тоже видно. Удобные, друзья, маленькие работяжки. Хотите как нож в машину, да? Как нож на каждый день, опять же, а вообще, по факту, хорошие шкурнички, рабочие. Вот такие красавцы, оба в наличии. Стоимость любого 3900 рублей, пожалуйста. Естественно, все это дело будет с ножными. Ножны кожа, погружного типа, два подвеса. Опять же, шнур можно использовать как дополнительный подвес. Пожалуйста.